Подобные кампании проводятся в Казахстане с 2010 года. Согласно закону, каждый житель города имеет право на свободный выбор медицинской организации. Если пациент не удовлетворен качеством услуг своей поликлиники или он поменял место жительства, работы, учебы, он может поменять поликлинику. Сделать это можно на портале электронного правительства, либо обратившись в медучреждение лично, предоставив при этом прививочную и амбулаторную карту и талон открепления. В этом году добавлено одно существенное изменение. Вся семья должна относиться к одной поликлинике. Раньше у нас было таким образом построена наша работа. Например, дети могли обслуживаться в одной поликлинике, а взрослые – в другой. То есть более свободный был выбор врача. Но сейчас у нас идет принцип «единая семья, единая поликлиника должна быть». То есть если ваши дети обслуживаются в нашей поликлинике, то взрослое население тоже будет прикреплено к нашей поликлинике.